ты грязный пес. Стой, Джафат, это не мои люди! Палач передает тебе привет. Все в порядке. Ключ у меня. Убейте их. Это он. Это палач.
поклянись мне, поклянись. Ты должна убить его. Я хочу, чтобы он сдох, как собака. Запомни имя. Луи де Вилье. Банкир. Он в Париже. У него с палачом какие-то дела. Они забрали ключ. Убей палача. Если он узнает код, он взорвет бомбу. Какой код? 11 цифр. Я разделил код. Двое моих друзей знают каждый свою часть. И место, откуда нужно отправить сигнал. Палач найдет их, найдет. Но есть еще третья, последняя часть кода. Кто знает код? Кто знает третью часть кода? Все, ничего не говорите, ничего не говорите, ни слова, все. Лучше молчите. Я ехала за вами, я никуда не торопилась. Какого черта вы остановили машину? Месье, это какая-то сумасшедшая. Мне кажется, нужно вызвать полицию. Подожди в машине, Франсуа. А, простите. Только не надо говорить, что у меня глаза на заднице. Чего нет, того нет. Мне бы это и в голову не пришло. Ну и что? И что вы так разгуделись? Я не могу вести машину в таком состоянии. Я, между прочим, в отличие от некоторых, сама сижу за рулем. Мне жаль, что так вышло. Примите в знак извинения. Я хотел бы загладить свою вину. Что ж, попробуйте, месье Дивье. Добрый день, месье. Чем могу быть полезен? Париж на линии. Канал открытый. Ну, здравствуй. Как долетела? Нормально. В самолете спала, как убитая. Что с работы? Утром была на собеседовании. Кажется, все прошло отлично. Слушай, к тебе сегодня зайдет... Сын одного моего приятеля. Парень не подкованный, можно сказать, с улицы, но компьютерный гений. Не удивляйся, ничего. Поговори с ним насчет программного обеспечения. Послушай, я же просила. Он уже в Париже.
Значит, по легенде, нам нужно стать семейной парой. Угу. Ну и? Что? У тебя есть опыт? Нет. У меня тоже. Проблема. Слушаю. Здравствуйте. Это Майрик Либерт? Да, что вам нужно? А я по поводу программного обеспечения. Я занята сегодня, у меня свидание. Но я уже здесь. Опа. Что? Я мышь. Компьютерная. Вообще-то я Антон. Я... Там вас подожду. Лучше. Да нет уж. Прислали помогать, так помогай. Давай, покажи, на что ты способен. У вас это от пули, да? Джафат очень осторожен. Мне кажется, он хочет встретиться с американцами. Завтра тебя отправят обратно. А если скажешь хоть слово, то сегодня. Опа. Ты только взгляни на это. Это да. Сегодня наш день, Ронни. Ты даже не представляешь, на кого мы вышли. Она была там. В тот день в крепости было 48 человек, включая Райли и самого Джафата. В живых не осталось никого, кроме нее. Наши парни нашли там ее отпечатки. Но она европейка. Только непонятно, откуда родом. 3 года назад она появилась в окружении Джафада. Женщина, служанка. А на самом деле сторожевой пес. Джафад доверял ей как самому себе. Что она делает в Париже? Ароне? Да еще рядом с человеком-палача. А когда вы набросились на Франсуа, я почувствовал, что... Иначе поговорить не дадут. Ну и что вы почувствовали? Что непременно должен познакомиться. Такое ведь бывает. Бросьте вы. Я уверена, что у вас
Раз в неделю запланировано свидание с какой-нибудь доверчивой девушкой. Я похож на ловеласа? Вы похожи на человека, который не привык себе ни в чем отказывать. Перестаньте, не старайтесь произвести на меня впечатление, вы его уже произвели. Честно говоря, мне наплевать, ловеласу или только им кажетесь. Я сейчас могла сидеть в таком же ресторане с одной из своих сумасшедших подружек, сижу с вами. Это более интересное времяпрепровождение. Прошу прощения, месье Дивье, вас к телефону. Спасибо. Я сочувствую будущей мадам Дивье. Иметь такого мужа, как я, тяжелое испытание. Я на пару минут. Слушай. Что? Слушай. Второй человек, видимо, в Норвегии. Пока ищем. Третий за последние годы сменил несколько стран. В итоге обосновался в Малайзии. Так что проще всего с итальянским адвокатом. Он живет во Флоренции. Мы будем там через час. Забронируйте номер. Я вылетаю. Месье Дивье просит прощения. У него возникли неотложные дела во Флоренции. Он просил передать, что позвонит по приезде. Счет оплачен. Куда едем? Не так? Мотор не глуши. Не двигаться. Двери! Держи эти двери! Она будет уходить! Oh, my God.
полиция. Вижу. Ну все. Они нас зажали. То есть вот это все засаду, у дома полицейских, битые машины. Все это мы получили из какой-то открытки, да? Это не открытка, это фотография. И что это? Мой любимый город. Ну, это Париж, понятно. И все? Все. Расскажи мне о нем то, чего я еще не знаю. Угу. Его отец Филипп Дивье умер 11 лет назад. Умер и оставил сыну банковский бизнес. Это я уже знаю. Это все знаю. А ты знаешь, что настоящий отец Луи? Вовсе не он. Настоящий отец Луи — алжирец. В 69-м он взорвался вместе с машиной перед французским посольством в Каире. Луи тогда было 5 лет. Я ничего не знаю. Ничего, поверьте мне. Я всего лишь адвокат. Пожалуйста, не убивайте нас. Ты наверняка еще знаешь, что он закончил Сорбонну. С отличием. Ну да. Но ты наверняка не знаешь, что в 82-м он чуть не попал за решетку. И в чем его тогда обвиняли? В убийстве сокурсника. Все это лежит там, в сейфе. Так, что на фотографии? Если найдете ее, сразу сообщите мне. Сами ничего не предпринимайте. А то опять... Ясно, Ронни? Сразу сообщите мне. Mm-hmm. Хотя, сомневаюсь, что она еще во Франции. Обалдеть. Это и есть знаменитая Флоренция? Неужели наши не могли найти квартал поприличней? Так, нам кажется... Туда-да. Объект 1951 на связи. Канал закрытый. У нас
остановился в отеле «Вестин Эксельсиор», номер 537. Прибыл сегодня утром на собственном самолете. Бессонная ночь. Бессонная жизнь. Так, что у тебя? Слишком мало информации. Ни имен, ни других зацепок. Мы только знаем, что эти люди были как-то связаны с Джафадом. Найти-то мы их найдем, но на это могут уйти недели. Нет у нас этих недель. Связывайтесь с итальянцами, норвежцами. Пусть подключаются. Он в ресторане. Сольди был в списке первым. Значит, это, скорее всего, первая порция цифр. За второй частью нужно лететь в Норвегию. Но там этих Бьорнов, Петерсонов. Один из них врач. Он был в плену в Афганистане. Джафад выкупил его в 98-м году. Ну, тогда... Нет. Петерсон и Керами уже не ваша работа. Палач мне не доверяет? Палач не доверяет ни тебе, ни мне, никому. Банкир появился, уходи. Слышишь? Он уже в лифте, уходи. Я еще не закончила. Ты с ума сошла, их там четверо. Уходи. Сюрприз! По-твоему, это хорошая идея? А бросить меня одну в Париже? Это какая идея? Вообще-то я ожидала более теплого приема. Кто тебе сказал, что я здесь? Кто-кто? Да я все отели обзвонила. А как же дверь?
За 100 евро тебе здесь откроют любую дверь. Ну, и долго они будут на меня глазеть? Можете идти. Мне нужен палач. Это плохая шутка, Мари. Это не шутка. Мне нужен палач, Луи. Ты меня искал? Поздравляю, ты меня нашел. Где его телефон? Позвони тем, кому ты обычно звонишь. Ладно, я сам позвоню. Слушаю. Охотник на связи, Игорь Дмитриевич. Держите связь, иду. Канал грязный, без пароля. А теперь скажи им, что нашел меня. Скажи. Не хочешь? Хорошо, я сам скажу. Он нашел палача. Что там делает палач? Ты что-нибудь слышала про норвежских террористов? Нет. Его там никто не ищет? Собирайся. Мы едем в Норвегию. Ты не могла бы опустить пистолет? А то мне очень комфортно, когда... Уборка номера. Отошли ее. Уборка. Он ушел, Антон! Тим,
можешь найти его? На нем маячок. Без компьютера нет, но я уже рядом с ним. Ну, где он? Подожди, я не могу думать быстрее компьютера. Так, он в отеле. Где? Где в отеле? Сейчас. Сейчас. Марион здесь. Где? На стоянке. Мы летим в Норвегию. Срочно подготовьте группу поддержки, обеспечьте безопасность 28-й, возьмите все необходимое. Вылетаем в Осло через час 10. Угу. Предупредите норвежцев, что понадобится их видишь? Туда они свернули. Быстро, быстро. Ты
вагоне? В метрах в 300 от нас. Хорошо, этот умник сумел избавиться от пиджака. Но почему-то он на нее-то не повесил маячок. Ну, потому что она сказала, что если я это сделаю, то... То? Ну, то. Он же зверь! Он убьет нас! Убьет нас обоих! Успокойся! Поздно давать задний ход. Просто приведи меня к нему. Что ты ему сделаешь без оружия? Мне не нужно оружие. Мне нужно оказаться в метре от него. Если бы ты знала, как я устал. Не могу больше. Убей его, освободи меня от этого зверя. Нам понадобится новая одежда. Сейчас, но не могли они далеко уйти. Если у нее включен телефон, то, может быть, получится их засечь. Есть, я нашел. Он ждет тебя. Пошли. Хотела меня видеть. Зачем? Я работаю на Пари Матч. Моя фамилия Люблан. Я делаю эксклюзивное интервью. Полгода мы готовили съемку, которая должна была стать сенсацией. Уже через неделю я могла встретиться с Джафатом Бензаиди. Тебе не повезло. Мои люди встретились с ним раньше. Ты хочешь знать, за что я убил Джафата? Джафат предал великую идею. Он превратил священную войну в бизнес.
Что бы ты сделала на моем месте? Стоит мне поднять руку, и твоя голова разлетится, как арбуз. Да, я понимаю. Тебе не страшно говорить со мной? Страшно. Ты лжешь. Я не чувствую твоего страха. Она не журналистка. Она... Я знаю, Луи. Анмар, он обманул нас. Нет! Ну и кто ты? Кто послал тебя? Отвечай. Джефат. Убейте ее! Делать теперь? Ничего. Ты возвращаешься в Москву. Я видела его. Я смотрела ему прямо в глаза. Да какого черта? Он оказался мертв! Тебе оставалось только дождаться нас! А ты смотрела на него, как... Волк на овцу! А надо, чтобы как овца на волка! И что в итоге? Палача нет, бомбы остались, и две части номера им известны. А у нас только эта карточка с яхты с тремя цифрами. Может, это и не код вовсе? Или ты считаешь, что некому будет взрывать эти бомбы? Ну, все, успокойся. Ну, прости. Тебе нужно выспаться и... Самолет через 9 часов. Ты там... Пригляди за ней, успокой. Как? Ну... Не знаю.
Я это... Может... Пошел вон. Ага. Антон! Антон! Твой телефон надрывается. Мой телефон вообще-то у меня под задницей. Это твой. Кто это? Тот, кого ты так долго искала. Луи? А я думал, ты искала палача. Палач мертв. Как видишь, нет. Лучший способ защиты — быть в тени самого себя. Все считают тебя слугой, и никто не догадывается, что ты и есть хозяин. Знаешь, мне... Плевать, на кого ты работаешь. Ясно одно, вы хотите обезвредить бомбы. Но для этого нужно собрать код, а это очень непростая задача. Что тебе нужно? Ты. Мне нужна ты, а я нужен тебе. Без меня ты не найдешь бомбы. А я без тебя не смогу их взорвать. Не знаешь почему? Почему? Потому что месяц назад ты убила Сахика Керами, который хранил третью часть кода. Я не знаю никакого Керами. А в Малайзии его очень хорошо знали. По крайней мере, когда его убили, об этом написали все газеты. У Керами было аж 7 телохранителей. Их всех убили. Полный бак. Почти всех. Один чудом выжил. И с его слов полиция составила фоторобот-убийцы. Ты опередила меня. Браво. В Норвегии я заметил флешку и все здорово придумал, правда? Я должен был исчезнуть, погибнуть. Для всех, кто охотился за мной, я исчез. Ты же поверила, когда в меня пустили пулю на яхте. Ладно, красавец, хватит молчать, давай договариваться. О чем? И тебе, и мне нужно собрать код полностью. А еще нужно знать место, где находится передатчик, с которого следует... Отправить код. Ты знаешь, адвокат Джафада оказался болтливым дядькой. У него на руке было клеймо. Он рассказал моим людям, где находится передатчик, и отдал карточку с первой частью кода. В Норвегии попался не такой сговорчивый человек. Но нам нужны были уже только его цифры. Клеймо? Теперь мне не хватает самой малости. Третьей, последней части кода. Я понятия не имею, где ее искать. Я тоже. Ты ошибаешься. Я докажу тебе это, если ты прилетишь ко мне. Одна. Подумай хорошо. Я знаю, где находится передатчик. Вы нет. Я знаю две части кода. Вы? Мы тоже знаем. Ты блефуешь. Нет. Можешь назвать? 866. Теперь ты. 7843. Отлично. Что дальше? Ну, мы должны стать на время союзниками и найти недостающую часть кода. А что будет потом? А потом я убью тебя. Или ты меня. Там посмотрим. Ты, конечно, можешь отказаться, но тогда я... Заряжу людей. Они проверят все возможные комбинации, и рано или поздно они подберут оставшиеся цифры.
тогда? Как мне найти тебя? Оставь телефон там, где ты сейчас находишься. И будь через 10 минут на дороге напротив старой набережной. И не вздумай тянуть время. Игорь Дмитриевич, она пропала. Как пропала? Я не знаю, я спал. Она телефон оставила. Тут ей палач звонил. Палач? Палач. Она вот записала разговор, наверное, чтобы мы в курсе были. Послушайте, пожалуйста. Ты, конечно, можешь отказаться, но тогда я заряжу людей. Они проверят все возможные комбинации, и рано или поздно они подберут оставшиеся цифры. И тогда... Как мне найти тебя? 866. Теперь ты. 7843. Отлично. Что дальше? Фонетическую экспертизу провели. На этой фразе в голосе появляется новая интонация. Увеличивается длина некоторых гласных. Это либо очень сильное волнение, либо названные цифры ложные. Да наверняка ложные. Но она молодец. Правильно отыграла. Угу. Откуда он звонил? Пока непонятно. Вычисляем. Давайте побыстрее. Все вещи ее здесь, ну, кроме тех, что на ней. Она даже фотографию не взяла. Какую фотографию? Ну... А что это за фотография? Это не игра, ты понимаешь? С тобой следят, тебя фотографируют. Может, даже сейчас. Ты рискуешь каждую секунду. И не только с собой. Так что чувство для тебя непозволительная роскошь. Завтра он улетает. Как завтра? Он же... Куда? А это не твое дело. Ты что все думаешь, а? Мы что сюда, в игрушки приехали играть? Мы работаем. Некогда мне с тобой нянчиться. На память. Слушаю. Олег Борисович, палач звонил из Куала-Лумпура, Малайзия. Перебросьте туда срочно группу поддержки. Но никаких там поисков, действий и так далее. Только режим ожидания. Сообщите Харитонову, пусть отправляет этого парня для связи в Куала-Лумпур. Пускай там засветится для нее. И ей будет спокойнее, и нам. Олег Борисович, парень не наш. Вот именно. Значит, по каким базам не проходит. Бог знает, какие там возможности у нашего клиента.
Семейству Джафада принадлежат две компании сотовой связи. Одна на Ближнем Востоке, другая в Юго-Восточной Азии. Есть свой спутник на орбите. Можно предположить, что Джафад мог использовать эти возможности для кодирования и активации ядерных зарядов. Компании можно проверить? Уже работаем. Где бы мы ни находились, твоих людей не должно быть поблизости. Как видишь, их уже нет. Никакого оружия. Никаких неоговоренных звонков. Мы должны быть все время на виду друг у друга. Все время? Есть проблема. Какая? Я мужчина. Ты женщина. Придумаем что-нибудь. Как Джафад мог довериться такой женщине? А как французский банкир мог усыновить сына террориста? А это... Мне сделали отличную родословную. Жертва войны, сирота, к тому же я был чертовски привлекательным ребенком. Моя новая мама была от меня без ума. Потому что не знала, в кого ты превратишься. Да, я рос и... был бомбой с часовым механизмом. Когда пришло время, я снова осиротел. Обо мне вспомнили мои арабские друзья. Они многое мне объяснили. Им нужен был такой человек. Богатый, сильный, преданный идее. Знаешь, такие, как я, делают революции. Через наши спутники идет плотный контроль за всей территорией Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Если кто-то попытается активировать код, мы, конечно, засечем сигнал. А вот дальше проблема. Неизвестно, где находятся заряды, неизвестно время срабатывания передатчика, неизвестно, откуда пойдет сигнал. Только не строй себя, мессию. Для таких выродков, как ты и Джафад, вся эта ваша идея – просто большой бизнес. Что, хочешь стать террористом номер один? Да. Чтобы к тебе потянулись деньги. Деньги или идея? Какая разница? Тебе не все равно, почему взорвутся эти бомбы? Четыре огромных города отправятся в ад. Это главное. Ты просто сумасшедший. Да. Код для автономной активации ядерных зарядов этого класса обычно состоит из 11 цифр. Первые 7 выводят их из спячки. Затем проходит около 20 секунд на самотестирование и отправку обратных сигналов о готовности к взрыву. В этот момент можно вычислить местонахождение всех 4 зарядов, но предотвратить взрывы можно только на месте, не допустив ввода последней группы цифр. Она обо всем этом знает. Да, знает. Ладно, все, отбросили эмоции. К делу. Почему Джафад приказал убить Сахика Кирами? На Ближнем Востоке Кирами организовывал для Джафада съемки пыток, убийств, терактов. Здесь, в Малайзии, ему, видимо, понадобились деньги. И он стал шантажировать этими пленками Джафада. Ну и... кто теперь вместо Кирами? Кому Джафад поручил хранить последнюю часть кода? Не знаю. Джафад был здесь? Да. Здесь я встречалась с Джафадом. 14 апреля. Он жил здесь один? Да. Итак, итальянец был его адвокатом. Норвежец, другом, к тому же и лечил его. Сахи Кирами был ближайшим помощником. Кого он выбрал вместо Кирами?
он не мог довериться кому попало. Сколько вы здесь были? Мы улетели утром того же дня. Он кому-то звонил? При мне нет. С кем-то встречался? Что? Встречался. С братом. Саид здесь. Кто вы? Нам нужно с вами поговорить. Это очень важно. Я вас где-то видел. Я была здесь недавно, с вашим братом. Джафат мертв. Вам лучше уйти. Послушайте, это очень важно. Я вызову полицию. Полиция не отомстит за вашего брата. Уходите. Француз. 2 часа назад его засекли в Малайзии. Наши парни пасут там брата Джафада. Так вот, этот тип сегодня приходил к нему. И причем не один. Передайте взять их под плотным наблюдением. И пусть сразу же сообщают о всех их передвижениях. Слушаю. Выйди на балкон. Одна. Кто звонил? Не знаю. Наверное, номером ошиблись. На тебе печать Джафада. Значит, брат доверял тебе. Перед самой смертью он позвонил мне. Он чувствовал, что обречен. Джафад сказал, что... Где мы можем встретиться? На смотровом мостике. Через час. Thank you.
Ты не должна ему верить. Он тебя обманет. Вы его знаете? Он имел дела с моим братом. Потом их пути разошлись. Но Луи как был ублюдком, так им и остался. Что вам сказал Джафат? Что поменял цифры, которые хранил Сахи Керами. И они у тебя. У меня? Она спрашивает, у меня? Он так сказал. Не понимаю. Она отвернулась, я не вижу ее губ. Нет, мне Джафат ничего не говорил. Может быть, что-то передавал? Нет. Вспоминай. Он сказал, что ты догадаешься. Он доверял тебе. На тебе его клеймо. Запомни этот день. Запомни. Это самый важный день в твоей жизни. Он сказал, чтобы я запомнила этот день. Какой день? Через 3 дня после того, как мы вернулись из Малайзии, мне поставили это клеймо. Я кричала от боли, а он склонился надо мной и повторял: «Запомни этот день, запомни». Он так и сказал, чтобы ты запомнила этот день, да? Очень опасный друг. Стоит допустить малейшую ошибку, и уже не будет времени ее исправить. Значит, через 3 дня после возвращения из Малайзии Джафат поставил тебе клеймо. Давай посчитаем. Из Куала-Лумпура вы улетели утром 14 апреля. Значит, вечером вы уже были в его крепости. Плюс 3 дня, получается 17 апреля. 17.04. Так просто. Ах, Джафат, старый лис, а! Ты знаешь, еще в древнем Вавилоне клеймили слуг, чтобы те запоминали важную информацию, потому что боль врезается в память. Где ты? Я смотрю прямо на тебя. Все, мне пора. У меня скоро самолет. Наше сотрудничество закончилось. Я убью тебя. Не думаю. У тебя и без меня сейчас будет много проблем. Bye-bye. Опасный, мы даже перекрыли площадь, чтобы там...
Саша, это же она. Точно, она. Добрый день. Здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? Мне кажется, что мой муж, он улетел без меня. Двадцать восьмая на связи. Соединяй. Я в аэропорту Куала-Лумпура. Полчаса назад наш друг вылетел в Бангкок. Он зарегистрировался под фамилией. Поправка. Он летит в гости к Джафаду. Ты уверена? Уверена. И еще. За мной хвост. Не могу понять, кто. Но, по-моему, американцы. С американцами свяжемся. Держите постоянную связь с Минобороны. Сможешь опередить француза? Попробую. Но понадобится ваша помощь. Ну, вообще-то мне вечером нужно быть в Москве. Нет, ну если надо, конечно, поможем. Только изменение маршрута надо бы согласовать с местными. Об этом не беспокойтесь, вопрос уже решен. Ага, понял. Олег Борисович, а как мне к ней, кто она позвонит-то? Ну, прямо сейчас и вылетаем. Да. Сделаем. Ну что, товарищ полковник, полетели, да? За вами? Да. Прошу вас. С большой долей вероятности установлен пункт управления ядерными зарядами. Наш сотрудник доберется туда вовремя, но один. Необходима поддержка. Успеваем только военной авиацией с акватории Персидского залива. Николай Петрович, страна проблемная, но речь идет о ядерном терроризме. Думаю, что нас поймут. Слушаю, Николай Петрович. Соедини меня с министром обороны. Я не знаю, кто ты. Но если ты смотришь эту запись, значит, меня уже нет в живых. Если ты мой друг, ты знаешь, что надо делать. Если враг, поторопись. Вокруг очень много пластида, и через 5 минут вся крепость взлетит на воздух.
Есть сигнал из объекта С. Работаем. Николай Петрович, сигнал обнаружен. Крепость Джафада? Так точно. Понял. Назвал мне неверные цифры. Введена первая часть кода. Устройство разблокировано. Введите вторую группу цифр. Уважаемые коллеги, мы пригласили вас для того, чтобы проинформировать, что в данный момент в зоне Персидского залива проходит секретная операция с участием офицера Федеральной службы безопасности. Как ты сюда прошла? Договорилась с твоими людьми. По нашим сведениям, Центральное разведывательное управление ведет за ним наблюдение, ошибочно принимая его за члена террористической организации. Введена вторая часть кода. Идет самотестирование устройств. Пошли ответные сигналы. Первые координаты есть. Есть второй город. Есть третий. Четвертый есть. Нашли. Это Нью-Йорк, Токио, Лондон и Москва. Введите последнюю часть кода. Неплохо для банкира. Да, девочка, игры закончены. Thank you.
Он нашел палача. Только по моей команде. Объект в зоне поражения. Ждем команды. Thank you.
А это еще что такое? Какой русский полковник? Она же... Нет, я не собираюсь воевать с русскими. Yes, sir.